Я работаю здесь недалеко, рядышком, можно прямо сказать. А можно еще точнее сказать, напротив. Вот, соответственно, вот увидели, что приехала техника строительная, узнали, что здесь будут менять тепловые сети. Вот, соответственно, видите, наверное, как здесь все строители, ремонтники прокопали. И потом вот буквально на днях шли на работу и смотрим, здесь показался выступ из кирпичей. Сразу стало интересно, что это такое. Сразу понятно, что это достаточно старая кладка, видимо, дореволюционная, то, что это понятно. И мы, как бы, вот, честно говоря, были удивлены, что рядышком, где работаем, здесь вот такой исторический... такое историческое сооружение есть.